Добрый вечер, дамы и господа. Мы рады вас приветствовать в культурном центре посольства Республики Армения в Российской Федерации. Сегодня у нас открытие персональной выставки Тиграна Церетели, художника, обладающего своим индивидуальным почерком, своим стилем, своим посылом зрителю, своим миром философии, в который он приглашает зрителя. Многие из вас знают, что в живописи очень сложно входить в диалог со зрителем. Часто полотна художников остаются занавешенными своей тайной, своей загадкой, своей мифологией. На мой взгляд, работы и почерк Тиграна – это приглашение к разговору, к диалогу, а иногда и к сотворчеству. Я очень рад, что в культурном центре посольства Армении сегодня именно этот художник, который приглашает нас в путешествие в иносказательные миры, миры сложной философии, сложного духовного проницательного накала. И самое главное, это художник большой и открытой творческой свободы. Я поздравляю Тигран с открытием твоей выставки, поздравляю твоего зрителя. Ты видишь, что сегодня культурный центр переполнен, и это говорит о том, что у тебя есть свой зритель, есть свой поклонник. Я уверен, что вся эта неделя будет яркая, переполненная теми эмоциями, которыми ты делишься своим творчеством. Дорогие друзья, поздравляю нас с вами с этими яркими впечатлениями, с этим прекрасным, сложным, но очень открытым миром творчества Церетели. Спасибо вам, и я с удовольствием предоставляю слово нашему автору и герою Тигран Церетели. Благодарю. Так внезапно. Приветствую всех здесь присутствующих. Кто меня лично не знает, разрешите мне представиться. Меня зовут Тигран Церетели. Для меня, как вам выразить, сейчас просто эмоции переполняют. Очень приятно, что вы все пришли на мою персональную выставку. Это вот слова сейчас нужно просто придумывать, что сказать. Но это на самом деле очень трудно, потому что я здесь стою, а вы все на меня смотрите прямо. Всем вам хочу сказать добрый вечер. Хочу выразить свою благодарность культурному центру армянского посольства в России за такое хорошее отношение ко мне. Всех тех людей, которые имели отношение к открытию и дальше проведению этого искусства. Хочу поблагодарить культурного центра за это все, что они организовали. И во главе господина Габе, мной очень уважаемого человека, я вас очень благодарю. Кристина, Луиза, всех благодарю. Просто у нас список большой, всех не могу. Всем благодарен. Отдельная благодарность хочу выразить всем тем людям, которые здесь присутствуют, и тех, которые здесь не присутствуют, которые всегда следят в соцсетях за моими картинами, пишут хорошие комментарии, поддерживают. Все эти работы – результаты ваших мыслей, результат того, что вы меня подбадриваете. За то, что вот сегодня столько людей собрались здесь, это дает мне новые силы. И каждый комментарий, кто-то позвонил, кто-то сказал. Я вот сейчас смотрю здесь по очереди, все улыбаются, потому что здесь почти всех… Если не лично, то в соцсетях знаю. Хочу вам всем сказать большое вам спасибо за любовь к моему творчеству и ко мне, конечно. Большое спасибо. Выставку объявляем открытым. Ура! Всем спасибо. Дорогие друзья, и, конечно же, у нас есть сегодня очень много к вам сюрпризов и творческих неожиданностей, и я сюда приглашаю замечательный, потрясающий квартет «Ноян». Встречайте, пожалуйста. Арам Аракелян, Вартан Вирабян, Елена Мелкумян, Анна Арутюнян.
Спасибо большое, дорогие друзья. А сейчас для вас выступит потрясающий тенор, молодой артист с духовностью в сердце и в душе. Солист Московского художественного театра имени Параджанова Геворг Погосян. Встречайте! Приветствует вокальная студия Ethno Music Project Армине Мартиросян и Кристина Асатрян. Встречайте! Thank you.
Спасибо большое, дорогие друзья. А сейчас позвольте от имени посольства Республики Армения наградить Тиграна Церетели почетным дипломом за его персональную выставку в культурном центре. Поздравляем еще раз. Дорогие друзья, выставка открыта. Желаем вам творческого наслаждения, ярких красок, эмоций от встречи с творчеством Тиграна. А наше открытие украшает виртуоз-скрипач Вардан Маркос. Встречайте! Встречайте!